В настоящий момент из нового микрорайона Государев дом до метро можно добраться маршрутными автобусами номер 1224К от жилого комплекса Суханова парк до станции метро Бульвар Дмитрия Донского и маршруткой номер 1019 от 6 микрорайона Видного до станции метро Анина. Единственный автобус номер 379 идет от станции Расторгуева до станции Битца, но в скором времени это изменится. Принимая во внимание, что основное обслуживание, конечно, населения, которое заезжает к ЖК «Государев дом», осуществляется транспортом по нерегулируемым тарифам, то есть без предоставления льгот, администрация Ленинского района инициировала вынесение вопроса на межведомственный координационный совет между Москвой и Московской областью по формированию маршрутной сети о заезде. Заезде 379 маршрута до станции метро Дмитрия Донского. По информации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на очередном заседании данный вопрос будет рассмотрен. Преград для его положительного решения нет. Таким образом, и льготные категории граждан смогут комфортнее добираться до Москвы. Представители управляющей компании считают, что транспортный вопрос в микрорайоне в настоящий момент решен. Администрация района откликнулась на запросы населения и 379 маршрут удлинила транзитным проходом жилой комплекс Сухановский парк. Поэтому на сегодняшний день обеспеченность общественным транспортом, я считаю, что в полной мере удовлетворительна. В целом, с этой точки зрения, согласны жители. Тем не менее, многие отмечают, что в час пик, несмотря на то, что микроавтобусы ходят исправно, сесть в маршрутное такси довольно проблематично. 10-19, как бы так, ничего, вот, которая мне маршрутка нужна, ничего. А вот дочери там тоже на этот садится. Но иногда вот по утрам вот, видно, много людей набивается, она говорит, бывает, не входит. Жилой комплекс в настоящий момент заселен не полностью. Когда все хозяева квартир заселятся, существующей дорожной инфраструктуры может попросту не хватить. Начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского муниципального района Вера Попова заверила, что этот вопрос уже активно прорабатывается. Муниципалитет рассматривает вариант после завершения строительства дороги Дрожжино-Боброво-Лопатино формирование местного муниципального маршрута, чтобы обеспечить непосредственную уже связь со всеми административными и деловыми центрами на территории Ленинского муниципального района. Также в муниципалитете отметили, что проблем с перевозками, подобным тем, которые произошли в конце прошлого года в микрорайоне Восточное Бутово, когда целый жилой комплекс остался без транспорта, этим и другим микрорайонам не грозит. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Сергей Ларин. Видное ТВ.